Игровая комната, лор-комбайн и новый аппарат УЗИ теперь есть в детском отделении первой поликлиники. Здесь сделали ремонт, поменяли электрику, сантехнику и украсили стены яркими рисунками. Анна Братушкина расспросила о впечатлениях врачей и первых пациентов. Ирина – мама троих детей, поэтому у врачей бывает часто. Сегодня привела старших на прививку в обновленное здание детского отделения первой поликлиники. Ну вот изменился новый ремонт. Нам отремонтировали наконец поликлинику, потому что в ней было очень уже грязно, мрачно. Кабинеты были достаточно старые. Ну вот теперь открылась новая поликлиника, мы очень рады. Как-то даже не страшно, типа играют краски в кабинете, весело смотреть на это, ну и... Как-то обстановка получше, приятнее сидеть в новых кабинетах. Ко дню защиты детей реконструкцию закончили случайно, но решили в честь праздника порадовать первых пациентов подарками, чтобы малыши меньше боялись врачей. Хорошее настроение задают и разукрашенные стены в коридорах и кабинетах, детские песни, мультфильмы и специальная игровая зона в холле. Со специалистами у нас, слава богу, все хорошо. И мы одна из немногих поликлиник, которая на 100% укомплектована и педиатрами, и узкими специалистами. Поэтому здесь ничего нового такого вот и не будет, и, наверное, это хорошо. А вот оборудование новое появилось. Новая техника появилась в лаборатории и у офтальмологов. Для поликлиники приобрели новый современный аппарат УЗИ. А Лору – специальный прибор, с помощью которого можно делать разные процедуры. Промывать миндалины, пазухи носа и серные пробки. Все выводится на экран, где пациент видит, врачу обзор более... скажем, отчетливо, да, масштабно. Вот. Также есть вот такая вот лампа, да, она не статичная, динамичная. С помощью нее, конечно, тоже будет все это гораздо удобней. В здании поменяли всю электрику и сантехнику. Оборудовали бокс с отдельным входом для детей с инфекционными заболеваниями. В период пандемии это особенно необходимо. Анна Братушкина и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.